Итак, здравствуйте, друзья. Сейчас я предлагаю вам прокатиться по Парижу на машине. Мы проедем по Парижу по следующему маршруту. Сейчас мы выехали. Вот мы останавливались в отеле «Формула-2». За перифериком, это бульвар Периферик, это кольцевая улица, кольцевой бульвар вокруг Парижа, ну, грубо говоря, МКАД. Сейчас мы едем, движемся по нему, иногда я буду ускоряться. Вот, мы доедем до въезда в Париж со стороны квартала Дефенс. Проедем мимо Триумфальной арки, потом проедем немножечко, справа от нас будет Эйфелева башня, и мы проедем вот сюда, мы направляемся к саду Люксембург. Вот, поэтому давайте посмотрим на наше путешествие. Вот сейчас я ускорился, потому что неинтересно будет так долго ехать. Я включил ускорение в два раза для того, чтобы сократить время. Сейчас мы едем по периферику. Бульвар Периферик. Ну, как видите, четыре полосы. Вот мы съезжаем уже с бульвара Периферик в районе Дефенс. Вот таким образом обстоит движение. И сейчас, да, вот здесь ремонт какой-то дороги очередной. Ремонты бывают регулярно. Вот мы въезжаем. Как видите, ничего особенного. Вот куча мусора иногда. Дальше я снова ускоряюсь. Не пугайтесь. Ну, здесь слева ремонт у нас продолжается, поэтому здесь ничего интересного. Камера висела на присоске, на стекле. Вот сейчас мы едем к Триумфальной арке, вы видите. Продолжение этой улицы будет знаменитые Елисейские поля, если по прямой. Ну, мы едем с другой стороны, вот к Триумфальной арке. Там, где Триумфальная арка, полная жесть, я вам прямо скажу, потому что сейчас вы это увидите. Там нет никакой разметки, и страшно ездить. Когда я был в Германии, немцы сказали, как ты там ездишь, там вообще невозможно ехать. Вот сейчас мы это с вами испытаем. Вот, посмотрите, сюда пересекается еще одна улица, пересекается еще одна улица, еще одна улица, и мы сворачиваем направо. Это одна из крупных улиц, но она отходит от Триумфальной арки. Там, где Триумфальная арка, эта площадь называется Летуаль, потому что Летуаль в переводе с французского называется «звездочка», и там сходится несколько очень-очень крупных магистралей транспортных, поэтому там вот, поэтому она называется «звездочка», поэтому там Триумфальная арка, и поэтому там очень напряженно с транспортом. И разметки нет никакой. Абсолютно. Французы. Так, это мне навигатор говорит, поворачивай сюда. Там ремонт улицы, поэтому объезжаем. Навигатор я использую Google. За границей.
Вот мы подъезжаем к мосту через Сену. Сейчас я сдвинул камеру, чтобы увидеть Эйфелеву башню. Это я поправил камеру. Опять же, слева ремонт. Сейчас мы едем вдоль Сены, Сена слева, в район Парнас. И там где-то в районе Парнас, там же латинский квартал, вот слева видите знаменитый мост, там Конкорд, а справа от нас Марсово поле и Дворец инвалидов я пытаюсь снять. Дворец инвалидов называется так потому, что он был назван, на самом деле, для инвалидов войны, которые были героями и почитались. Сейчас это дворец, в котором, ну, скажем, там находится могила Наполеона. И многих президентов там хоронят. Это вот, ну, как бы это святое место. Слева от нас по-прежнему Сена. Здесь музей справа. И дальше мы въезжаем потихонечку уже в Латинский квартал. В Латинском квартале сейчас живут студенты, в основном, ну, очень много студентов, потому что там находится Сорбонна. Ну, сейчас запись закончится скоро. Мы доехали там до факультета медицинского и пошли гулять по саду Люксембург, а после этого мы уже уезжаем из Парижа, направляемся в Мец. Ну вот, в Париже мы были всего 2 дня. Вот видите высотное здание, это в районе Парнас, самое высокое здание в Париже, там сверху находится обзорная площадка, туда можно забраться, и в туалете ресторана я нашел, ну, такую карточку, которая дает скидку на посещение этой обзорной площадки 15%. Так что если будете в Париже, постарайтесь найти такую скидку, чтобы со скидкой туда забраться на высотное здание в Парнасе. Как видите, ничего особенного везде по Парижу нету, вполне все реально. Ну, на этом, к сожалению, запись закончилась. Вот мы совершили небольшое путешествие по Парижу.